Стамбул входит в десятку городов мира, которые стоит посетить хотя бы раз в своей жизни, и многие люди прямо мечтают жить именно в Стамбуле. Мы даже знаем лично таких. Но чем же так хорош этот турецкий город, который даже не является столицей страны? Сегодня поговорим о плюсах жизни в Стамбуле и чем это таким он притягивает миллионы людей. Вы на канале Turkispace, я Алиса. Я Владимир. Погнали! Начнем с того, что именно Стамбул является финансовым и деловым центром страны. Весь бизнес сосредоточен именно в Стамбуле. Крупные компании и корпорации, бизнесмены и инвесторы, разнообразие местного и международного рынка – все это Стамбул. Во-вторых, крайне удобное месторасположение. Стамбул располагается на двух континентах одновременно. Или одновременно. На Европе и Азии, прямо на берегах Босфора. И вот это вот центральное расположение города позволяет легко добраться сюда и отсюда, из любой точки мира. И в любую точку мира. Расписание самолетов в аэропортах Стамбула поражает разнообразием стран. Некоторые из них даже не на слуху. В-третьих, в Стамбуле отлично уживаются и древние традиции, и колориты современности. Сам город и местные жители весьма современные, но при этом сохраняют самобытность. Чего только стоят фермерские рынки посреди улиц между современных жилых комплексов с бассейнами и спортзалами. Это нужно увидеть, чтобы ощутить этот неповторимый дух. Обожаю фермерские. Конечно. Там еще все очень вкусно и недорого. Все такие веселые. Да. В Стамбуле есть школы на разных языках, в том числе и на русском для русскоговорящих детей. Многообразные развивающие кружки для детей, в том числе и для детей иностранцев, что очень удобно. Многообразие районов для проживания. Хочешь селись в квартире в высотке, хочешь в малоэтажном сите с собственным садом, бассейном и охраной, а хочешь частный дом прямо посреди города. Хочешь выбирай жилье на побережье моря, а хочешь селись в глубоко спальном районе с турецкими домиками и со всем колоритом турецкого быта. Не нравится жить среди местных? Пожалуйста, выбирайте район, где много иностранцев. Хочешь быть поближе к клубной жизни города, но при этом не терять турецкий колорит? Пожалуйста, есть и такие районы. Каждый всегда находит местечко по душе, потому что это Стамбул. Стамбул сильно развивается и не стоит на месте. Власти в него постоянно вкладывают деньги, развивают транспортную инфраструктуру, регулярно открываются новые ветки метро, водного транспорта, автобусных маршрутов, делают новые развязки дорог для ослабления трафика, ремонтируют и укрепляют фасады зданий, озеленяют районы, украшают парки, модернизируют их, разнообразят инфраструктуру, внедряют современные технологии в рутинную жизнь города. Например, в Стамбуле вы абсолютно везде можете оплатить покупку картой и уже даже в некоторых точках фермерского рынка. Заказать можно что угодно на дом, и вам это очень быстро доставят. Еду вообще мигом привозят. Продукты также можете заказывать на дом из привычных для вас супермаркетов. Сейчас даже уже есть фермерские рынки, которые доставляют на дом. Пока это только в европейской части, но мы уверены, что это распространится на весь Стамбул. И много таких вот всяких мелочей, которые уж очень полезны. Крайне важный плюс – всегда свежие продукты, фрукты и овощи, и всегда по приемлемым ценам круглый год. И овощи не такие, как супермаркета, например, в той же самой России, а будто бы с бабушкиной дачи. А еще свежайшая рыба и морепродукты на фермерских рынках не по цене крыла самолета. Кайф. Вообще. В Стамбуле огромные возможности для гастрономического оргазма, так как такого количества разных кухонь, кафе, ресторанов вас не оставит равнодушным. Если задаться целью, то можно найти любую кухню, будь то русская, украинская, итальянская, тайская, вьетнамская, и даже пиццу со свининой на заказ вам привезут. В Стамбуле всегда есть что исследовать, куда сходить и что посмотреть. Выставки и не только представителей Турции, разные концерты и опять же не только турецких звезд. Очень много русскоговорящих звезд выступает для тех, кто любит слышать родную речь. Разные фестивали, многочисленные театры, дискотеки, ярмарки, чего тут только нет. И это не говоря о количестве клубов и кружков по интересам. А для тех, кто любит прогулки, Стамбул такой большой, быстро меняющийся город, что места для прогулок просто неиссякаемы. А еще в Стамбуле медицина высокого уровня по приемлемым ценам. Не раскроем секрета, что медицинский туризм в Турции очень процветает, а
особенно в Стамбуле. Ежегодно сотни тысяч европейцев едут сюда за услугами стоматологов, пластических хирургов, специалистов по пересадке волос. А также очень популярное направление именно лечебной медицины. Незабываемые спа, хамамы, массажи. И это все не только высокого качества, но и по приемлемым ценам. Ни один иностранец не обанкротится, если отправится, например, к стоматологу полечить кариес. А также найти русскоговорящего или англоговорящего врача в клиниках Стамбула не составит труда. Огромный плюс Стамбула – это атмосфера уюта и тепла. В Стамбуле много работы, и каждый находит способ заработать. И местные не так фиксированы на мысли успеть максимально заработать на иностранцев, так как на эти деньги придется жить до следующего сезона, как это бывает в курортных городах Турции. Поэтому здесь они более дружелюбны к иностранцам и больше испытывают интерес к новому знакомству, чем к возможности заработать на нем. В том числе при заданной цели и иностранец найдет себе работу. А еще Стамбул – это центр шопинга. Здесь можно найти даже черта в ступе. Тем, кто следит за последними тенденциями моды, не придется бегать по городу в поисках, поступила или куда-то там новинка. На полках магазина все последние новинки появляются параллельно, как и во всем мире. Поэтому не придется ожидать появления желанного товара в своей стране, пока другие уже приобрели эту новинку. В городе огромное количество фабрик с оптовыми продажами, всевозможным текстилем и чего угодно еще. Также большим плюсом Стамбула является возможность завести разнообразные полезные знакомства. В Стамбуле очень разношерстное общество. Постоянно проживают иностранцы из разных стран. И завести многочисленные полезные связи совсем не сложно, особенно если вы активно живете социальной и культурной жизнью города. А еще в Стамбуле прекрасный климат. Здесь мягкая зима и не жаркое лето. Приезжайте и проверьте сами. Обратную связь с нами можно держать в комментариях или через почту, указанную под видео. Также ты всегда можешь воспользоваться функцией «Суперспасибо», чтобы поддержать наш канал. С вопросами по поводу аренды обращайся на наш сайт. Он также указан под видео. Обняли, подняли и немножко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.